Если в рыбацкий домик к Евгению Додолеву будут и дальше заплывать такие русалки. В гостях у нас красивая женщина и знаменитая актриса Алена Яков. Меня так достала история абсолютной однофамилицы. На рыбалку просто не останется времени. Оказалось, что люди вашей профессии вообще этот период воспринимают как самый такой трагический. Классный концерт. Чё-то она похудела. Ведь в такой компании он просто теряет счет минутам. Не пожалели, что не остались в профессии? Я вообще не хотела замуж выходить. Никогда и ни за кого, честно говоря. Золотая рыбка Алена Яковлева. Меня кто-то склонял к сожительству, и сейчас я начинаю от этого дико страдать. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:35 на телеканале «Москва. Доверие».